В разделе «Разные» Михаил Михайлович просил слово. Михаил Михайлович, да. Хорошо, хорошо. Я могу, Антонина Васильевна? Конечно. Спасибо. Вот, уважаемые коллеги, ну, вы знаете, не только ко мне, к одному, к нам обратились жители микрорайона Старбеева по поводу использования земельного участка, принадлежащего отелю «Олимпиец». Вот, я считаю так, что, значит, ну, тут, понятно, есть интересы и жителей, и интересы бизнеса, поэтому здесь, конечно, надо принять социально справедливые и юридически грамотные решения. На сегодня я считаю, что поскольку, ну, эта тема была... кто-то ее возбудил и все прочее. На сегодня нету ни одного проекта решения, который бы был представлен в Совет депутатов для нашего рассмотрения. Поэтому я считаю, что если такой проблемы на сегодня не существует, значит, его нет. Но если вдруг будет какой-то вопрос, я готов инициировать создание рабочей группы с привлечением собственника участка, жителей микрорайона Старбеева, также желающих коллег, глав архитектуры, архитектурно-планировочного управления, значит, и заместители главы города по направлению. Вот я думаю так. Да, все правильно, Михаил Михайлович, я согласен, потому что я тоже встречался с инициативной группой, и им мы, так сказать, объяснили вообще порядок решения и рассмотрения данных вопросов. Правильно Михаил Михайлович сказал, что когда будет какой-либо проект, какой-либо будет внесен в Совет депутатов, тогда мы будем его в полной мере рассматривать так, как положено. Да. Поддерживаю эту инициативу. Так еще... что... Да, спасибо, Михаил Михайлович. Позвольте два слова. Значит, да, Михаил Васильевич. Распределение, наверное, писали всем, это инициативная группа, практически со всеми встречалась, но закрадывается такое сомнение, что среди депутатов есть те люди, которые нагнетают обстановку и людям вносят вибрацию неправильно. Что мы уже сегодня рассмотрели, практически решение принято и так далее. Должны были принять решение. Да, должны принять решение, и что депутаты ничего не знают и так далее. Я, уважаемые депутаты, если встречаемся с гражданами, давайте до них доносить правильную информацию, справедливую, и не пиарить себя, что я вот такой, что я вам там все сделаю, а все остальное некрасиво, да, просто. И тяжело, да, оправдываться, потом рассказать правду. Антония Васильевна. У меня, я встречался с этой группой рабочей, было 18 человек. И сейчас занимаемся созданием. Так, давай еще сейчас не будем. Вот так вот перекрикиваться не будем. Именно поэтому я пригласил к себе инициативную группу и им объяснил, как юридически поступает в данной ситуации. И первое, что я им сказал, что в первую очередь будет создана эта группа, когда рабочие, именно в первую очередь они будут приглашены, и все заинтересованные стороны. И тогда мы будем рассматривать вопрос так, как положено. Да.